возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все норм. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончи позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Всем привет, на канале Ведьмак, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Метро. Мне по счету 5 части игры под названием Сухаревская. Всем приятного просмотра. Самое главное, что наша цель это спасти Бурбона, хотя по крайней мере постараться его спасти. И да, ура, наконец-таки я получил свой долгожданный калаш, который очень давно хотел. Мечта сбывать. Коника все хотел гасить, тут точно не нужен. Что же факт. Все, пойдем спасать Бурбона. Первый готов. Ладно, как слава богам, пока никто меня не спалил. Отлично. Все хорошо. Ладненько. А сейчас все, всех убью, потом уже все обыщу. Сейчас пускай ловушка будет, а? Они подорвутся на ней. Классное начало. Ёпта, иметь двое с игрушкой уже погибли, а. Ой, блин. Расслабился я быстро, бля. Серьезно? Ваня, дожди тебя. Ой, он застыл.
Да блин, а как же так? Ёпта имей, серьезно. Ловушки классные были. Просто не попался. Так, где вы там? Блин, все спалился, блин. Не попался. Вот я. Маленько. Погодь, погодь. Блин, классный пистолет. С первого раза убивает, а? Не зря я его улучшила. Ну их еще, блин, не знаю сколько, но... Не знаю, сколько их осталось, сейчас узнаем, какое дело. Да, надо вас обойти как-нибудь попытаться. Ладно. Ох, один чувак всех убивает. Тут это позор, а? Опа. Так. Никого? Все, идем. Блин, моща пистолета. Реально умер или застыл так просто? Не, охренеть, еще бы воткнулась так к нему, это фигня. Ладненько. Всех я убил. И может спокойненько... А нет, еще не всех. Говорится, поспешил. Теперь дальше всех убил, все нормально. Все. И можно спокойненько, так сказать, походить, полазить. Такие прикольненькие штучки найти для оружия. Погнали. Начнем с самого начала. Именно отсюда. Ух ты. Хорошая пушка, но у меня есть калаш. Ты давно хотел. Поэтому мне не будем менять. Опа-на, чувак. Мне походу крыша поехала уже. Это хрена сука, он что-то лежит. Тем более, его товарищ мертвый рядом с ним. Да. Главное. Блин, как можно здесь спасти тебя? Вот мне чем интересно. Надо проще спасти, эту пулю в голову пустить. Ну, честно говоря, я не хочу это делать. Этого не буду. Грех надо шумать. Я стыков же убил, но те были ублюдки. Ладно. Так, ты обошел? Да, тут нет, даже нельзя. Вот даже тут еще не было. А я вообще поставляю все. Обладу, пошарю, поищу. Познаю, что-то дерьмо вот это. Подзарядить. И хорошо. Опа. О, птичка. Зашибись. Ух ты. Вот что-то я, блин, попал в классное место, а? Дофига тут боеприпасов, а? Аптечек, фильтров, ножей, патрон. Супер. Вот как мой классный калаш выглядит, а? Имбище. Класс. Так, ладненько, вот их, по-моему, все забрал? Да, по-моему, да. Этого тоже? Опа. Тут его я не ходил. Ух ты. Так, по звуку крысиного писка, получается, они стали тут крысиные бега. Опа! Ну ничего, блин, какое-то развлечение. Это сколько тем полнейшего, телевизора, интернета, ничего нету, а? Так, ладненько. Блин, меньше болтани, больше дела. Опа! Нет, тюльки, я не обошел. Сухар. Может, ты говорит, как зовут? Маленько. Все, погнали. Блин, упал так плохо с кому. Дай, ёб, стою. Выруби, я уже фонарик. Чувака, которого они сейчас поймали. Нет? А кто это? Либо никто не услышал. Конечно, нормально. Порубан, я иду. Шукер, братва!
Блин, капец. Вблизи попасть не могу, а. Далека все нормально, а. Все, вроде бы всех убил. Просто пистолет, да? На пульке убиваете, главное попасть хорошо. Капец, без близка так лохануться, блин, а. Ладненько, все, сейчас быстро всех обшарим и пойдем, наверное, скорее всего, в ту дверь надо, а. А куда еще, блин, теперь? Так. Ничего снаряжения, блин, скажу, а. Пытались хорошо, но наемно наблюдить. Поубивали, побрали, все собрали у них. Так, ну-ка, сюда еще немножечко найдем. А, со стороны открывать здесь. Ну ладно, черт с ним. Тут реально классная звоночка, блин. А ну-ка, а ну-ка. Тут то же самое. Да, ладно, черт с ним. Думаю, нам уже этого не надо. Патронов у меня не знаю сколько, блин, а. Ну, по-моему, не сложности не показывает, сколько у меня патрон. Ладненько, сейчас быстренько тут сходим. Прикольно, они классные строили, а. Реально. Цепи везде, блин, ловушки. При самое главное, самые ловушки попали, а что это капец угара. Реально. Так, ладно. Тут быстренько опупал. Тут обломчик. Ладненько, пойдем сходим. Вот сиды. Здесь такого можно интересненького найти. Ой. Ого. Понимаю, тут они держали носачей. Или как говорится, упорей, я не знаю, как кого-то их зовут. Тут есть какие-то, блин, носачи, блин. Какие, блин, на одного из Т1 нападут, а если у вас несколько, они нападают. А носачи им... Походу, может быть, больше не могу патрона брать. Им пофигу. Ну, конечно, можно как в Крайсе было взять оружие, прицел забрать у него, а потом выкинуть его. Но вы так нельзя сделать. Ладненько, тут все обобрал. Все собрал, ничего нет. Калитка эта. Дверь не откроется. Еще ловушка, блин. Если бы не заметил, попался бы. Настолько напряжение опасно для жизни. Опа. Тут точно не потело, да. То же сразу видно. Радиоактивная фигня. Так, вот просто птичка, если пожарная. О. Тут они... А, тут типа у них, наверное, холодильник, что-то в этом роде, да? Ну, мясо, по-моему, хранили. Хотя тут фига тут калаш, хотя тут не важно. Ладненько, барабан. Я иду. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокор? Что за? Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, глазновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Блин, жалко Барабона, реально нормальный мужик был, а то, по-моему, умер, а? Зачем было отвлекаться на меня? Пустил бы, выстрелил бы сначала, а потом бы шарфекси. Артём! Застыл, а потом уже выстрелил, когда тот бы в него выстрелил, а? От балбеса. Блин. Ну-ка сейчас смело, Барабан. Это реально был мой первый был напарник. Скажи, сколько раз ты меня спасал, а? Вам тебе спасибо. Если бы не ты, я бы вообще до сил бы не набрал себя. Так, Ваня, сейчас быстренько все обыщем.
пойдем дальше. Идем оставаться и умирать тем более. Опа. Класс. Вау, прикольно как тут сделано, красиво. Реально класс. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся совсем скоро. Всем удачи, всем пока-пока. А следующая миссия у нас будет шестая. А следующая часть шестая у нас будет под названием. Называться она будет «Призраки». Всем еще раз пока-пока.